Какая Да-да-да, вот именно из-за такой вот фигни, в прошлый раз ты так под кислоту залез и пришлось нового брать. Так что ты Василь Мортик 87 уже. Че ты меня пугаешь? Вот не надо запугивать. Да я не запугиваю тебя. Я просто каждый раз таким, как ты, одно и то же рассказываю, и чем это все заканчивается. Чем? Я искупнулся. Что-то мне кажется, сейчас мы кого-то... Это... Нифига себе, ты как жрать это... хочешь, Василий, тебя тут не пугает. Что-то во мне Микки Маус проснулся. Фига, у тебя желудок бурчит. Так, доброе утречко. О, доброе утро, Лёха. Доброе утро, Василич. А это что? Это моя новая машина. Знакомься. И как её зовут? Как? Никак. Ты хочешь, чтобы я давал машинам имена? Ну я не знаю, ты говоришь, знакомься, это моя новая машина. Меня смущает немножко номер на твоей машине, Василий, 69. Ну слушай, будем называть её моя сладкая, моя любимая. И что, ты меня возить в ней будешь? Да. Василич, да ты лучше бы девчонок бы возил, вот так, как ты меня постоянно куда-то возишь. Лёха, братву на сиськи не меняют, это факт. Окей, Василич, окей, хорошо. Мне кажется, мне твоих хватит. Моих, да, номер у тебя подходящий. Так, а мы куда приехали вообще? Как мы здесь оказались? Ты меня опять отрубил, да, в смысле? Мы куда-то приехали? Да нет, ты сам отрубился. Self storage with cell boxes 69, стоп. Вау. Так я про что и говорю, да, Василич. То есть ты машину здесь бросишь, а ты не можешь просто вот взять, вот типа вот, ну вот сбоку объехать дерево? В смысле? Почему у тебя машина невидимая теперь? Василий, ты мог просто на ней сбоку объехать, нафига нам пешком идти? Ну я в карман ее положу, надо прогуляться. Да, надо прогуляться, глядишь, где-нибудь лайков найдем каких-нибудь. Да, надо обязательно, и особенно актив. У тебя часы есть? Нет. Просто обычно, когда часики крутятся, лайки мутятся. О, это я правило знаю. Без этого не обходится. Слушай, там сарай, я хочу в сарай. Да, пойдем в сарай. Там. Я не буду ничего говорить. Тут загон. Ну что ж. Тут загон, да. Подвал. Подвал? А нам туда или может быть здесь еще где-то можно прогуляться? Давай лучше тут прогуляемся. Да, давай прогуляемся, посмотрим, но мне кажется, тут... О, смотри, еще одна машина есть. Можете с ним скорее фаниться, там, обсудить что-нибудь. Познакомить с моей сладкой, да? Да. Слушай, стоп, погоди-ка. Погоди-ка, Леха, погоди-ка. Погоди-ка, почему твоя машина сюда, вперед нас приехала? Что это за фигня творится? Так, любимая, ты чего творишь? Ну вот она вот такая, вот она, видишь, не хочет тебя бросать, везде за тобой наблюдает. Ах ты каблук-то, а? Ладно, пойдем. Каблучело, Васильчело. Прям московский туман, я не знаю. Московский туман. Нам, видимо, туда в подвал, в сарай, я не знаю. Будь здоров, Васильич, я не знаю, что нами руководствовало, чтобы... Будь здоров. Это она тебя вспоминает, вот ты и чихаешь. Не, я чихаю, потому что мало лаек, надо больше. Да, не говори. Я, конечно, стесняюсь спросить, Василич, а что способствовало нами, чтобы приехать куда-то непонятно куда, и чтобы полезть вниз в сарай, в подвал? Слушай, а у нас всегда был повод? Я не знаю. Смотри, тут что-то нет. Опа, лом нашел. Так, а... Это что за шум это сейчас? Это моя машина, походу. Да, это походу твоя машина нас преследовать будет. Так. И вот, что? Гвозди. Отвертку возьми. Если нас задержат, ты еще говоришь, что ты телемастер. Тебе пошел другу телевизор чинить. Ой, погоди-ка, а все, походу, нам наверх? Наверно.
Нас как-то так раз задержали, учила с собой отвертка была. Говорит, а тебе зачем отвертка? Друг пошел телевизор чинить. Говорит, что, телемастер, говорит, что ли? Это что такие за истории, Леха, у тебя? Ну, это грэзовские истории. Я не знаю, нафига ему с собой была отвертка. Знаешь, он такой, а, я думал, это коктейль. А раз сидим мы, это у меня на день рождения в парке, ну а нам лет там по 18-19 было, эти подходят, говорят, а у вас паспорт есть у кого-нибудь? Ну, девчонка дает, такая, да, есть. Че, говорит, не похоже, говорит, но, говорит, брови что ли выщипала? Леха, у меня такой интересный вопрос, а у него какая была отвертка, крестовая или минусовая? Я не знаю, я не смотрел, так, подожди, а что? А подожди, а вот, какая-то, во, Василич, нам, наверное, вот здесь лестница наверх. Наверх, ближе к небесам, чтобы быть, Василич. Тебе домой собираемся, в рай. Опа, ой, это что такое? Это ты пукнул? О, телефон. А, телефон. Ой, Василич! Леха! Василич? Ой, какой ты теплый, обниму тебя покрепче. Подожди, а? Ты что, лом у меня забрал, что ли? Нет. Подожди, Василич, как мы сюда упали, и здесь потолок целый. Да мы всегда происходит такое странное, вкусняшечка. Вкусняшечка? Не, ну ты, конечно, собирался на шашлыки, когда мы на машине поехали. Я думал, шашлычки будут немножечко другие. Человеческий череп. И нафига нам знать, как выглядит человеческий череп? Василий, ты опять со своей этой? Ты иди уже на шоу экстрасенсов, ты надоел. А что я там сделаю? Ну не знаю. Покажу тебя, летающий. Его с собой приведешь. Если ты его с собой приведешь, мне кажется, ты надолго уедешь. Мы с тобой ближайшие несколько лет точно не увидимся. Ну странновато будет, если с трупом приведешь куда-нибудь в Останкино. Лёх, так сколько мы из психушек так сбегали? Ну да, в принципе. Ай! Да ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой, хо-хо-хо-хо-хо. Я просто пропустил это. Ты понимаешь, мы просто когда в аварию до этого попали, у меня ребра болят, и это, и меня когда пугает, я начинаю, мне это, нам точно туда вниз? Слушай, мне кажется, у тебя ребра болят не из-за того, не из-за... Ты слышишь? Да. Так вот, Лёх, мне кажется, ребра у тебя болят не из-за аварии, а из-за того, что в тебе чужой сидит. Возможно. Хорошо, хоть чужой, а не ты. Так, Лёха, не забывай, какой номер у моей машины. Не забывай. Василич, надоел, ты опять со своей гомосятиной, блин. Да почему сразу? А чё, кто дышит-то? Мы чё, на... это, у врача, что ли, где-то? Шланг. Нифига себе. Он мне прям в ухо дышит. АСМР. Но. Знаешь, что такое АСМР? Да. Ну вот. Так, ну там заперто. Пойдем сюда. Здравствуйте! Тетя. Ты заметил, какой у нее макияж хороший? Она просто увидела, это твоя, это, бывшая. Она увидела, что ты с другой любимой приехал, вот и все. Да, ну, в общем-то, так уже последние 2 года. Ну, а привет, это кто? Привет, впустишка. Привет. Ты... У меня что-то мухи летают. Судя по количеству мух, которые летают вокруг, он давненько уже мне кастало. Еще ну, почему-то да. Он сгорел. А люди ж когда умирают, они обсираются. Почему он не обосрался? Так вот, пятно мухи летают, ты чё? А, ну они съели все. О, смотри, я... О, здрасте, скелета нашел. Скелета? Да. У каждого из нас, Василич, есть свои скелеты в шкафу. А у тебя их слишком много. Да, у меня их действительно слишком много. Ты ведь знаешь, что ты практически как этот, Морти. На самом деле, ты постоянно умираешь, и мне приходится новых таких, как ты, заводить. Из параллельных вселенных. Лёрик. Да, Лёрик. Лёрик и как... Васильморт. Васильморт. Васильмортик. Можно с это. О, какая хорошая. Да-да-да, вот именно из-за такой вот фигни в прошлый раз ты так под кислоту залез и пришлось нового брать. Так что ты Васильмортик 87 уже. Чё ты меня пугаешь? Вот не надо запугивать. Да я не запугиваю тебя. Я просто каждый раз таким, как ты, одно и то же рассказываю, и чем это все заканчивается.
чем? Я искупнулся. Что-то мне кажется, сейчас мы кого-то... Это... Фига себе, ты как жрать хочешь, Василич, тебя так не пугает. Что-то во мне Микки Маус проснулся. Фига, у тебя желудок бурчит. Я что-то сам офигел от своего желудка. Что-то я, наверное, недельная голодовка очень плохо сказывается на желудке. Ну да, либо вот тот переваривать, с которого ты доел, не доел. Так, ну здесь заперто, значит, однозначно сюда. А почему мы постоянно куда-то идем? Слушай... Дядя... Тебе еды подкинули, Васильич. Съесть или не съесть? Вот в чём. Василич, ты сюда опять сожгёшься. Василич, пойдем, тут сейчас все сгорит нафиг. Эти придут, местные каналы. Василич, ты надоел уже. Да это, Лёх, не я даже. Ну, слушай, Лёх. Ну, если бы ты был я, ты бы услышал такой хриповатый, а это какой-то безумец. Ой-ой-ой! Чё это за фигня? Нет! Может, он дверь откроет? О. Нет. Это что было, Василич? Это, видимо, мой вчерашний обед сбежал. Нифига себе у тебя обеды. Ну а чё? А, стой, я вспомнил этого парня. Мы с ним сидели, что-то в клубе зависали, а я ему это... отверткой в глаз. Я стесняюсь спросить, почему в подвале? Зачем ты ему отверткой? Не надо, Василич, так... Василич, эти пугаться начинают, в смысле, не бей. Ты ешь какие-то трупы непонятные, мало ли, может, они заразные, там, сгнили давно. А, то есть то, что я почти два, не знаю, даже три года ем трупы, так это нормально. А как я тут отверткой, значит, размахиваюсь, так, все, Василич, ты меня пугаешь. Ну да, Василич, с учетом, сколько мы с тобой людей ломом убили, если это люди, конечно, были. Он тебе ищет. Сколько у нас оружия? Вот смотри, сколько валяется. Нет бы, что в холодильнике засунуть, да? Это ведь холодильник. Нет, это не холодильники, наверное. Мне кажется, в этой комнате что-то есть. Это... Нам нужно найти ключ. Отлично, Василич, мы в морге. О! Здрасте! Здрасте. Кому-то там не нравилось сидеть, наконец-то, как выпустили. Скелету не понравилось. Столько лет спустя... Как правило, Василич, ты обращал внимание, что каждый раз, когда вот что-то где-то ищешь, находишь уже ключ в последний. Ой! Фу. Труп вылетел в меня. Это я еду тебе, на, жри. Ты заставал так шуметь-то. Даже трупы перепугались, наешь. Подожди, и чё, и где? Слушай, а мне интересно, они перепугались моего желудка или моего странного смеха? Не знаю, вот это вот. А чё, а где? Может, мы где-то его проглядели? А, вот ключ лежит. А, какой он непримечательный. Да, я думал, он светиться будет, знаешь, там типа это. Вот обычно, когда такой длинный коридор, всегда какая-то фигня происходит, Василич. Да ты надоелся своим желудком, хватит жрать, у тебя там все лезет уже. Подожди, там что-то развлекухи какие-то. Братан, у тебя все нормально? Это когда не согласился на лоботомию. Шоковая терапия. Да. Судя по всему, ему помогает. Помогает так, что у него ребра вскрылись. От смеха, наверное, смеялся долго. Ты же понимаешь, что ты будешь следующим. Василич, у тебя все нормально? Ты будешь веселиться, как и он. Да что-то не хотелось бы, если честно. Но ему, кстати, весело там действительно. Ну смотри, пританцовывай. Его можно назвать веселый Джо. Так, и в какую сторону пойдем? Да, может, здесь глянь. Ты слышишь там за поворотом что-то? Да. Мы вообще, Василич, мы на шашлыки собирались, там девчонок хотели взять. Мы как здесь оказались-то? А взяли друг друга. Почему мы опять в какой-то психу? Глаз? Здрасте. Нифига себе, ты видел, какой глаз? Видел, красивый. Ну, кстати, у него вроде этот был, этот, ячмень. Я туда плюнуть хотел, ну, чтобы помочь. Говорят, помогает же. Не, реально люди до сих пор в этом... В смысле, я не знаю, помогает, нет, ну зачем? Вот, то есть у ребенка, допустим, ячмень на глазу, ему мама берет, плюет, в смысле, травма на всю жизнь.
она просто таким поступком говорит, ну сука мне на тебя. Не, я маленький был, у меня вылез, мама говорит, давай плюнь, так я говорю, не надо, мама, что я тебе сделал, не плюй меня. Давай вот без этой какой-то вот это. Это, знаешь, народная медицина. Да-да-да. Еще на ноге что-то типа бородавки вылезло. Мне хотели какую-то фигню, там какую-то палочку поджечь и прижечь. Я говорю, может, не надо все-таки. Знаешь, Лех, я вспоминаю историю. Раньше же народная медицина была такая. Типа, ты простудился, тебе тряпочкой там за спиртом ее пропитывают, окутывают тебя там пакетиком и тряпочкой, чтобы ты прогревался ночью, да? Но... Так вот знаешь, когда эта народная медицина дала минус? Когда? Когда мне кожу прожгло. Вот тогда-то такая народная медицина и пошла куда подальше. Ну, кстати, если сюда ляжешь, может что-нибудь с тобой сделать, тут экран даже работает. Так слушай, это 3D принтер, мне кажется. Думаешь, можешь сделать новых Василич? А может мы тебя таких новых здесь и делаем, Василий Мортиков? Нет, тут ячмень создается. Так, а здесь у нас что? Нормально? 3 палаты? А третьего что-то не хватает. Он уж... А, ты ему точно, ты же ему отвертку в глаз воткнул. Потому его и нету здесь. Видишь, ему даже кровь подготовили здесь, после вчерашнего. Заранее, да, да, да. Да, да, да. А может, он как раз здесь и лежал. Здрасте. Это надо было пугаться его? Не, знаешь, мне кажется, это как раз он, когда я ему воткнул отвертку в глаз. Стрелочка наверх. Как будто у нас дофига здесь выбора, да, Василич? А куда идти? Интересно, интересно. Надо подумать хорошенько. Трудно думать, когда у тебя мозгов нет. Голова может заболеть. Как мы вообще с какой-то психушкой, какой-то дом в... А чё, а кто где? Не вижу. Да это опять желудок твой, походу. Там кто-то бежит, по-моему. Мне ведь не кажется. Мне кажется, что сзади кто-то... Ты слышишь? Во, Василич! Друган твой! Лёха, ты чё меня так перепугал? В смысле я? Он за мной, Василич! Ты появишься в комнате, просто... Я постоянно в разных комнатах... Да я не успею, не успеваю выходить! Да надоел, Василич! Ты видишь, что глаза он показывает? Хорошо, да, когда 2 глаза есть, да? Нужно куда-то пройти, Василич. Да, нужно. Так, здесь заперто. Здесь заперто. Да он опять ко мне, может, не поймает. Он возле меня пробежал, не поймал. Так, здесь есть какая-то фигня, которую пробить. Нам нужно найти динамит, Василич. Чтобы найти, сломать стену. Да, я нашел стену. О, нашел динамит. Отлично, надо второй динамит найти. Одного маловато будет. Ну, может, просто пердануть, да и все, и разнесет все нафиг. Ой, Леха, ты что меня так опять пугаешь? Я прям после этого чувака, что ты мне прям отвертку хочешь. Он бежит, он опять бегает. Он здесь уже 5 лет, Василич, бегает, динамит ищет, все выйти не может. Может, он глаз свой потерял? Надеюсь, не шоколадный. Василич! Да. Да, у нас что-то сегодня какие-то шуточки вот такие вот зашли, да? Про глаза-то? Да, про глаза. Он сзади бежит. О, в комнату забежал. О, второй динамит нашел. Он, Василий, в комнату забежал, и дверь закрылась, я тебе кричу. Выходи. Выходи. Серьезно? Да, да, да. Он, короче, бежал. И здесь... А, вот он по новой бежит. Так, 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 пойдем, пойдем. Там где-то слева будет стена. Ну и что ты прячешься? Там в него можно просто в углы прятать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вот не зря спрятался. Лех. Вот смотри, мы сейчас выходим и налево. Налево идем. А как я проходил в прошлый раз? Опа. Это одноглазый Джо, Василич. Пират. Вон, 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 стена, стена, Василич. Отходи, Василич. Ну его нафиг. 60 секунд. 60. Может, спрячемся пока что в той комнатке? Во, давай сюда. Лёха, ты где? Я смотрю на динамит. Я хочу увидеть весь взрыв. А он рядом.
А он меня не поймал. Он бы сейчас все динамитом взорвался, вообще ништяк было бы. Блин, такой долгий таймер. Может, чайку пойдем сходим попьем? Я думаю, мы успеем. Он опять бежит. Сейчас он взорвет. А нет, он к тебе побежал. Нифига себе. А ты можешь забегать в комнаты? Да, он не обламывается. Он сейчас возле меня пробьет. Он сейчас от динамита взорвется. А он будет взрываться, динамит, нет? Может, он просроченный какой-нибудь? Вот здесь стой, тебя не тронет он. Вот, вот у стены прям стой. Он мимо будет пробегать, все. О, блин, я столько глядел и проглядел все. Да, ничего особенного. О, улица, Леха. Отлично, мы с тобой на улицу вышли. То есть мы пришли с улицы, чтобы выйти на улицу, да? И чё? Ну, хотя бы тумана нет, знаешь. Это был квадрат аж 57. Вы выжили. Конец. Конец. Да, спасибо. Спасибо большое. Ой. Одноглазый Джо. Одноглазый Джо не смог нас одолеть. Но думаю, в следующий раз, если мы с ним пересечемся, он станет безглазым Джо. Да, как-то так, скорее всего. Ну что, пора звать его? Да, пора звать его. Одноглазый Джо. Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертик, Максимус Чаннел. Если кто-то что-то будет говорить по поводу там каких-то шуточек, которые это туда-сюда, я сразу скажу, ребят, то есть кровь там, там монстры и так далее, то есть это ничего, да, а то, что мы что-то где-то пошутили, то это что? Сразу, чтобы вот от всех этих вопросов подальше в смысле убрать, хотя мы даже не матерились, ничего такого не говорили. Вот как-то так, мне кажется, выпуск получился смешным, потому что я выпил до этого литр кофе, и меня вообще дико трясет. Еще намешал туда небесило. Зачем? Прям такой атмосферный ролик, мне кажется, получился. Да. Главное, превьюшку жесткую прям замутить бы какую-нибудь. Ребята, если вам понравился выпуск, ставим свои лайки, подписывайтесь на канал, на мой канал, подписывайтесь на канал Васильича. Ссылочку на него вы найдете в описании, ссылочку на него найдете в закрепленном комментарии. Вот, да, как-то да. Так, Васильич, говори что-нибудь дальше от меня. Я что мне сказать? Интересная, в общем-то, карта вообще... Удивительно, что эта карта вышла 2 дня назад, ну, с момента того, как мы записываем, и она неплохая. Учитывая, сколько мы карт видели, они все, ну, относительные. Но тут, мне кажется, сыграл юмор и то, что мы такие живенькие. Так что, если вам это нравится, лайки его надо, подписки обязательно на канал, ну, на мой и на канал Лехи. Также комментарии и колокольчик обязательно. Можете вступить в группу ВКонтакте, ну и помнить самое главное, что... От вас зависит, будут ли выходить шоу «Хрипы чаще» или же нет. Если вы проявите достаточный актив, то мы обязательно вернемся в ближайшее время. Да, ребят, потому что на фазмофобии актив вообще никакого. Я не знаю, когда мы в ближайшее время после этого снимать еще будем ее. Сейчас но... мы... Да, ты хотел сказать... Мы снимем, да, в смысле, ну, сегодня мы будем снимать что-то вот другое, на выходных вы увидите это что-то другое, скорее всего, вот, как-то так, а что именно, секрет, на выходных увидите, я как раз в субботу пойду на день рождения, а вы будете на выходных наблюдать ролик, если у нас все нормально, если мы сейчас все снимем, если у меня там, не знаю, электричество не отрубят. Либо если я в туалет уже сейчас не побегу после немесила с кофе, вот, как-то так. Да, и в общем-то, вы все поняли, вы все сделали. Если вы это сделали, то вы красавцы, как говорится. Да, не забывайте переходить на канал Васильича Максимус Чаннел. Ссылочку в комментарии в этом. У него куча разных теорий. Туда-сюда заходите, поддерживайте актив у меня или у него на канале. Там же это скоро ролик по папе Плейтайм. Да. Уже вышел. Да. Да не, вряд ли вышел, потому что я сегодня вечером выложу этот ролик. Возможно, выйдет, кто знает. Я на многое способен. А возможно, вы увидите его. А возможно, он уже вышел, в зависимости от того, когда вы смотрите. Хорош меня толкать, Леха. Да, я просто... Ты такой красивый, Васильич. Ты тоже, Леха. Все, ребят, ты... на этом все. С вами был я, Леха Смертик, Максимус Чаннел. И это было... Шоу Хриплых! Все, давайте, ребят, всем пока. Чаечек с медом. Да, пейте побольше.